Здравствуйте! Сегодня 26 декабря. В Дании это выходной день. Погода у нас сегодня дождливая, туманная. Но, несмотря на это, многие датчане пытаются погулять, сбросить лишние калории, которые они наели за последние два дня. Так что давайте мы походим, погуляем, посмотрим. Итак, вперед! Это специальная площадка для выгула собак. Ну, сейчас здесь никого нету, но обычно здесь очень много людей со своими питомцами гуляют. А вот здесь совсем рядышком есть колонка. Как вы видите, с миской. Специально для собак, чтобы они пили водичку. Вот так вот. Ну, это местечко для пикника. Здесь можно разжечь костер и даже спрятаться от дождя в такой небольшой хижине. Вот такой декабрьский денек в Дании.